Есть, пожалуйста, прибрежные. Продолжают к нам прибывать команды. Вот эта Татнефть присоединилась к нашим соревнованиям. Все, со всеми командами, с которыми мы познакомились. Татнефть проводит свой первый матч сегодняшнего дня. Проводит против спецсвязи. Спецсвязи, напомню, сегодня одна ничья и одна победа. Ничья в матче с «Газпром Энергохолдингом». И уверенная победа над Сбербанком со счетом 4-2. Так что 4 очка. Если удастся одержать победу сейчас, то очевидно займут пусть и промежуточное, но первое место в турнирной таблице. Стартовать удачно — это всегда большое дело. Тем более для Татнефти, команды, в которой вся игра зависит от настроения. Если собираются, если начинает получаться игра, то Татнефть смотрится великолепно. Если что-то не выходит, то может моментально расклеиться, пасть духом и ничего толком не показать. Пока у Татнефти отсутствует основной голкипер команды. Шукин исполняет обязанности вратаря. У нас все, как всегда, два тайма по 10 минут с минимальным перерывом между таймами. 5 раз свалить можно, ну, условно говоря. А вот шестой наказывается 10-метровым штрафным ударом. В перерыве нарушение правил не обнуляют Шнайдермана на выходе в атаку. Когда будем играть в Татнефть, у нас уже будет вот какой одеть. Электрическую, голубую. Быстрая атака спецсвязи. Очень плотный удар под штангу. И 1-0. Спецсвязь уже на второй минуте выходит вперед. На третьей. На третьей минуте игры. Активно, ну что? Стоим, активно, отбираем. Артем помогает. Это уже стало традиционным. В начале каждого матча мы вспоминаем, как команды играли в прошлом сезоне. Татнефть наконец-таки зацепилась за медали. Бронза у них. Кстати, со спецсвязью команда Татнефть собрала равное количество очков по 22 балла. А личные встречи с небольшим преимуществом в пользу спецсвязи. У них победа 3-0, в то время как Татнефть в ответном обыграла со счетом только 2-0. Ну или наоборот, сначала выиграла Татнефть, а потом уже спецсвязь взяла реванш. Добивание, гол, 1-1. Ну вот 4 минуты сыграли, 2 забитых мяча в среднем по одному взятию ворот за 2 минуты. Если так дальше пойдет, то цифры на табло будут действительно крупными. Грановскому по ногам. Нарушение правил было. Нет.
удалось удержать мяч в спецсвязи у себя. Пройти не вышло. Не самая насыщенная игра. Нету той динамики, которую мы видели в прошлых матчах. Очень много потерь. Частенько мяч покидает пределы поля, в том числе из-за частых ошибок. Потерь в этом матче. Дарс на скоточно. Грановский реабилитируется за все потери. Отдал 10-й забил. Счет становится 2-1 в пользу Татни. Мяча активно пошла в атаку. Белый. Повезло, что на пятачке никого не оказалось. Хороший сольный проход. Удар снова Шнейдерман блокирует. Уже не первый раз играет роль последнего препятствия на пути мяча в сетку. Играновский один. Давать некому и ждать подключения некого. Все правильно делано. На противоходе вратаря ловил. Немного не попал в створ. Чугин здорово играет ногами. Последние секунды первого тайма. Счет 2-1 и перерыв. Вторая 10-минутка. На поле Татнефти спецвязь. Татнефть впереди, счет 2-1. Несколько скомканным получился первый тайм. Неоднозначное впечатление оставило себе, но радостно
немалое количество забитых мячей. Дапнев пытается побрать вместе контроль, даже вот таких побочных перестать. Удар. Никого нету на дальней штанге. Скорее прострел был, нежели удар. Но сути это не меняет. Перешли на угловую, защитник от нефти. Да, и отметим появление основного голкипера нефтяник. Чукин благодаря этому вернулся в поле. На скамейке пока отдыхают Низамов и Березин. Сейчас на ход. Это, конечно, не хватило бы скорости, чтобы успеть мячу. Сейчас рикошет теоретически мог помочь мячу оказаться в сетке. Ну, придется Татнефть своими собственными действиями увеличивать счет. Чуть выше ворот. Передача. Играет все меньше, и секундомер сейчас играет за Татнеф. Счет полностью устраивает.
очередную возможность для сольного прохода, но сейчас трое защитников будут против него. Главой так нефти. Первый на мяче спокойно вышел из своих владений. И что же, Татнефть теперь его местная дарю спецсвязи. Сейчас ближе к центру, да, вот здесь Щукину. Вроде бы все обошлось. Но повреждение могло быть серьезно, могла нога голеностоп подвернуть. Дерман сам не понял, как будет обыгрывать соперника. Заброс сверху. Мне удалось мяч укротить, но остался он в спецсвязи. Таймаут берет спецсвязь. Еще 2 минуты играть. Спецсвязи сменился вратарь Гоняло, как мы называли. Во дворе когда-то давно человек, который играет на вору, Полин. И можно сразу туда посылать мяч, сейчас чуть не точно. Мы помним, что спецсвязи при игре в 5 полевых игроков удалось сравнять счет этого матча против «Газпрома» энергохолдинга. Мне показалось, да, что вратарь коснулся мяча. Удар с носка острый, как вратарю удалось сложиться. Снова вратарь.
назад. От нефти должен достаться мяч. Я за номер. Времени может хватить на одну обстоятельную атаку. Последний шанс для спецсвязи. Шанс финаль. Здесь сам номер просил. Метров и не дождался свистка. Желтую карточку получил и рядом с штангой мяч пролетел. Да, вратарь спасает от них. Приносит команде заслуженные 3 очка.